Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Алексей Шевенков, это спикер сегодняшней деловой части. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая тема сегодня у вас была? Мы обсуждали сегодня создание дата-офиса в ритейл-компаниях и те процессы, которые вокруг него в наших командах выстроены. Взаимодействие с бизнесом, взаимодействие с IT, взаимодействие аналитики и те результаты, которые наши команды показывают, анализируя и работая с данными. Подскажите, пожалуйста, есть разные темы, и конкуренты порой на них смотрят по-разному. Вот ваша тема, которая обсуждалась сегодня, она дошла до драки и до повышенных тонов, или, в принципе, все участники рынка примерно смотрят в одну сторону? Наша тема новая для рынка, и мне кажется, именно поэтому все смотрят в одну сторону. Немного каждый находится на разных этапах, кто-то консолидирует, кто-то расконсолидирует работу над данными, но направление одно, и проблемы у всех, которые мы обсуждали, примерно одинаковые. Расскажите, пожалуйста, удалось ли вам, в принципе, уже посетить нашу выставку, посмотреть каких-то участников, какие-то стенды? Пока искал зал, посетил выставку, немножко посмотрел на стенды. Вот. Но я думаю, что сейчас скорее похожу, посмотрю, что нового, интересного. Все-таки пообщаться с людьми после периода пандемии очень хочется. Очень приятно, что когда к нам приходят на интервью, большей частью люди как раз радуются живому человеческому общению и возможности это общение осуществить. Спасибо вам огромное, пожелаем вам удачи и надеюсь, и в следующем году на нашей выставке мы снова увидимся. Спасибо большое. Обязательно, спасибо вам.